По благословению митрополита Григория, в станице Старокорсунской, на месте, определенном для парков память о митрополите Исидоре, была отслужена первая божественная литургия. Богослужение состоялось в походной церкви под открытым небом в самом центре парка. В литургии приняли участие духовенство городских храмов, казаки Кубанского казачьего войска, сестричество и молодежная община Рождественского храма, а также прихожане. Песнопение исполнил молодежный хор и хор казаков Рождественского храма. Поучаствовать в богослужении собралось большое количество людей, и маленькие, и взрослые. Мы сегодня находимся в будущем парке Владыки Исидора, и сегодня на этом месте мы отслужили литургию. Мне очень понравилось. Многие в этот день молитвенно подготовились, исповедались и причастились святых христовых таинств. Побывав сегодня на этом месте, мы не просто походили, посмотрели, мы не просто с вами помолились. Сегодня была совершена здесь, по милости Божией и по благословению митрополита Григория, божественная литургия. И многие, приехавшие сегодня в этот субботний день, сподобились причаститься святых, бессмертных, животворящих христовых таинств. Это историческое событие, которое останется в сердцах наших на всю нашу оставшуюся жизнь. И хотелось бы, дорогие, пригласить вас, чтобы вы приходили сюда и приезжали с семьями, с родными, близкими, внуками и рассказывали, что это место не просто парк, а это теперь святое место. Сегодня Христос сказал: «Не судите, да не судимы будете». Какой простой совет нашего Господа. Давайте вот сегодня, в этот праздничный день, на месте парка митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, в честь и память, которой сооружается этот парк, стараться не осуждать никого. Ведь именно этому учил наш архипастырь Владыка Исидор. Никого не осуждать, молиться за всех и всех прощать. По завершению богослужения была отслужена заупокойная лития. После все подкрепились постным пловом, квасом и чаем на травах. Сегодня чудесный день, замечательный, мы очень рады, очень счастливы, что посетили сегодня божественную литургию такую, что нас сегодня гремело, вокруг тучи ходили, но дождь так и не пошел, солнце сияет прекрасно. Затем на месте, где находился престол, был установлен крест с памятной табличкой. Сей крест установлен на месте будущего парка имени митрополита Исидора. Здесь 17 июня 2023 года была отслужена первая божественная литургия. У основания креста оставлены ромашки, которые так любил владыка Исидор и которые в большом количестве произрастают в этом парке. Мы верим, что владыка Исидор молится о нас и что событие, которое произошло, обрадует владыку Исидора в горних небесах. Очень было бы правильно, если бы на этом месте появился храм в честь святого священномученика Исидора в Юрьеве Лифлянском пострадавшего, который будет центром молитвы и памяти о нашем дорогом архипастыре Исидоре, память о котором навсегда останется в сердцах любящих его. Христос посреди нас! И есть и будет!